Так, ну мы забираем, значит, Color and Sleep здесь, чуть-чуть нагружаем своего соперника. Начинаем упаять. Удар. Здесь делаем дистанцию, натяжку, заходим. Дальше маркер, движение, соответственно, заходим. Вот, накрыл крючок до лариво. В принципе, если у нас здесь рука уже находится, мы можем перехватить здесь захватик. Здесь либо штаны, штанишку взять, либо взять здесь за пяточку. Вторая нога у нас здесь делает упор на дальнее бедро. Мы вставим березку, упираемся и заправляем глубокую дуарию. И вот с помощью той ноги, которая зашла у нас на дальнее бедро, мы должны как бы сделать такое упражнение на пресс и притянуться за дальней ногой. То есть как только мы вставили ногу, мы сразу же замыкаемся таким образом и прихватываем ногу сюда. Дальше заводим ножку сюда вовнутрь. Ручку, в принципе, мы можем здесь уже отпустить. И забираем его здесь либо за пояс, либо за штанину, без разницы. Либо одной, либо двумя руками. Так же начинаем вот сюда. Здесь крючки держим жестко, да, для того, чтобы он не смог поднять свои голени. То есть даже в этой позиции мы имеем здесь контроль. Допустим, я вот здесь бам. Я хочу перейти на ту сторону, где моя голова находится ниже него. Захожу. Рука проходит дальше. Я освобождаю лапел. Забираю его сюда. Вторая рука сразу же проходит у меня за его головой. И я закидываю сюда ножку. Помимо того, то, что мы здесь можем сделать самодушающий, да, вдруг у нас не получается его здесь сделать, мы можем дальше перейти уже на ручку.